Телеканал КРТ представляет. Почему китайские товары в два раза дешевле, чем во всем мире, конкурентоспособны? Ну, там много объективных причин. У них нет очистных сооружений. При очистке воды на любом предприятии используется вода. Я задаю вопрос не для того, чтобы вы отвечали, а для того, чтобы я на него ответил. Извините. У них, они сейчас не вкладывают деньги. Они только сейчас вот меня приглашают и говорят, наступил момент, мы уже стали самой богатой страной в мире, а у нас текут сине-зелено-красные реки и знаменитые Хуанхэ, ну, все китайские великие, они все цветные текут. Все предприятия сбрасывают без очистки. А очистка стоит половина цены стоимости производства. Это гигантский ресурс, но это главный ресурс выживаемости страны. Но у них есть горы. И основная масса бедного населения живет в горах и пользуется нормальной водой, горной, ручьями. А из этих рек в основном города. И вы видите, там они все в намордниках ходят, потому что дышать нечем. И воду пьют непонятно какую. Я не знаю, не берусь судить продолжительность их жизни, но болезнь их захлестнула. И не случайно появляются вот эти вирусы именно там, где гигантское перенаселение людей. Хотя наука их сейчас делает мощный рывок. Вот они меня все приглашают туда рассказать. Но я же не рассказчик. Я делаю свою работу. И прежде всего на той территории великой страны, в которой я жил и в которой я продолжаю жить.